Несколько раз менял речь, вот, думаю, ну что сказать, не разволноваться, да, но есть такая ситуация, вот есть волнение какое-то внутреннее, да. Ну, одно хочу сказать, знаете, как написано в Библии, Господь царствует. Да, это милость Божья, что мы имеем такой праздник прекрасный, желаю поздравить всех друзей наших, гостей, вот, кто издалека приехал, с поместных церквей нашего братства. Братьев и сестер, это для нас очень хороший день, да. Ну, я понимаю, завтра будет все основное, будет молитва совершаться, а сегодня мы также в радости сердец наших желаем прославить нашего Господа за Его милость, что Он нам помог вот до этого места построить такой прекрасный дом. Мы так понимаем, это для Господа, для Его славы. А теперь я приглашаю склонить головы наши и помолиться Ему. Милосердный Господь, мы, дети Твои, благодарим Тебя за эту милость, за этот прекрасный вечер, за наших друзей, гостей. Благодарим Тебя, что Ты любишь нас, слышишь молитвы наши, и Ты благословил дело рук вот братьев, кто здесь трудились. Ты знаешь, Господи, всех тех, кто жертвенно отнесся к этому. Слава Тебе за это. Благодарим Тебя, что мы теперь имеем вот в нашей большой духовной семье, это помещение, Господи, для наших детей. Ты видел нужду, и мы просили и молились, Ты помог нам. Дал все необходимое, вот, и материальные средства дал, и физические силы, и духовные совершить эту стройку. Вот теперь помоги, вот, понимая о том, что все доброе, что мы имеем, оно принадлежит Тебе, вот с этим желанием сердечным в этот час вечерний, в этом богослужении, пусть только Ты будешь виден и прославлен. Помоги поклониться достойно и прославить Твое святое имя. Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Выслушаем пение хора. Мои дорогие братья и сестры, я думаю, вы понимаете, что сегодня каждый, который сюда вот будет становиться, будет испытывать особую внутреннюю тревогу. Вот я просто, вы понимаете, у меня что-то тревожно на сердце сказать сегодня то, что так необходимо к нам. Я хочу последовать
Вот сказанному в Библии: «В начале было Слово». Я читаю место Священного Писания, Псалом 94, первые 7 стихов. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его». Я хочу отметить, дорогие друзья, что эта величественная постройка, это здание, оно не лучше на земле. На земле строят великие дворцы, но там, где не пребывает Бог, оно не имеет никакого значения. И наша задача сегодня, чтобы этот вложенный труд многих людей в течение длительного времени, он наполнился славой Господа. Когда читаешь вот созидание скинии, вот там были лучшие искусные люди, которые созидали, делали. И когда завершили, написано: «Слава Господня наполнила дом этот». И не могли священники войти туда, потому что воочию была видна слава Господня. Я хочу сегодня положить всем нам на сердце, вот хор пропел прекрасный гимн, друзья мои, он нас призывает к особому смирению. Мы когда смотрим на это сооружение, многие сидящие: «Я это делал, я это», и у нас внутри какое-то удовлетворение, порой даже тщеславие. Я принимал в этом участие. Мои друзья дорогие, я сегодня вас приглашаю, призываю, чтобы сегодня первое место, оно было отдано Богу. Как это сделать? Вы посмотрите. «Придите, предстанем лицу Его, поклонимся, припадем». Я вижу 4 ступеньки. «Придите» – это откуда-то издалека надо прийти. «Прийти откуда-то». Мы что и делаем с вами. Кто-то приехал с разных мест, кто-то прилетел, кто-то отсюда. Мы пришли, друзья мои дорогие. Я хочу сказать, сегодня люди идут на работу, люди бегут в магазин, люди торопятся на свидание, на встречи, люди менее бегут платить налоги. Но сегодня отличительная черта – люди не торопятся на аудиенцию с Богом. Они не идут туда. Сегодня отступление в людях, и люди не ищут Бога. Написано, Христос, обращаясь к иудеям, говорит: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Это люди этого мира. Мы сегодня пришли сюда. Мы хотим иметь жизнь. Мы хотим получить благословение. Я хочу обратить внимание, друзья, в конце книги Нового Завета написано: «И дух, и невеста говорят: приди, приди». Это призыв сегодня для каждого человека прийти к своему Господу, найти. Второе тут сказано, друзья мои: «Предстанем лицу Его». Когда я иду издалека, я еще не вижу, но я вот подхожу того, кого искал, и я предстаю пред лицом Его. Братья и сестры,
мы готовы предстать пред лицо Господа, чтобы Он заглянул в наши глаза. У меня бывают такие случаи, особенно когда я встречаю лукавых людей, и когда они что-то делают недолжное за моими плечами или глазами, и когда мне говорят, я говорю, я хочу только посмотреть ему в глаза. Я хочу встретиться и внимательно посмотреть ему в глаза. Сегодня Господь хочет посмотреть нам в глаза. Предстанем лицу Его. Друзья мои дорогие, это сегодня очень важно. Смотрите, написано, с чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным. Оказывается, друзья дорогие, чтобы мне предстать пред Богом, я должен что-то иметь в себе. Чтобы я не убегал, как когда-то Адам. Он не мог предстать пред лицо Господа. И он сказал, я убоялся лица твоего и скрылся, ибо я не в надлежащем состоянии. Я сегодня задаю каждому вопрос. Предстанем, откроем сердце, поклонимся. Друзья мои, когда читаешь литературу, вот знаете, царей, больших военачальников, знаете, больших людей, и когда приближались люди, они падали и кланялись. Это знак преимущества этой личности, перед кем я преклоняюсь. Это знак того, что предо мной стоит кто-то, который гораздо более меня. Мы сегодня должны поклониться тому, кто наполняет море и землю, кто наполняет всю вселенную, поклонимся пред Ним. Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, пусть это не будет внешнее поклонение. Люди сегодня могут легко это кланяться. Они говорят, как надо, вот так креститься или вот так, я хоть так сделаю. Христос когда-то сказал, наступает время, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, и таких поклонников Бог ищет себя. Я уверен, сегодня мы призываем имя Господне, и Он сегодня здесь, и мы будем преклоняться пред Ним, и Он сегодня обозревает наши сердца, и Он приемлет поклонение истинных поклонников в духе и истине. Поможет нам сегодня сделать это Господь. Вы знаете, братья и сестры, вот мы когда читаем Слово Божие, когда-то волхвы пришли к младенцу Иисусу, я еще был, знаете, подростком, когда вот читали братья, думаю, ну как это, такие солидные личности, они мудрецы, они были очень известны, и написано, падши поклонились ему. Это, друзья дорогие, они увидели в этом младенце что-то великое. Симеон взял младенца на руки и говорит, ныне отпускаешь владыка по слову твоему с миром. Нам надо сегодня это ощутить внутри сердца, понять, что я стою пред Богом и кланяюсь пред Ним от всего сердца. И последнее, припадем. Это такое значение, братья и сестры, вы, наверное, наблюдали, когда маленькие дети, такие им, когда по полтора, по два, по три годика, когда они еще не умеют хитрить, мудрить, лукавить, он бегает там, а потом подбегает и припадает к матери. Он припадает, он сливается с матерью, он становится одно с ней. Припадем, друзья дорогие. Я хочу обратить наше внимание. Помните, Иосиф после долгого скитания в Египте, когда он поднялся, знаете, на высоты, когда он был фактически властелином Египта, но тоска его была по отцу. И вот когда произошла встреча, обратите внимание, он припал к отцу своему, и долго плакал, припал. Он нашел родственное, близкое его сердцу. И здесь, на плече отца своего,
Он выплакал свое горе и свои переживания. Это мы имеем такое право. У нас у каждого есть свои проблемы, свои нужды, свои радости, свои горечи. Припадем Господу! Я хочу обратить внимание, когда Серафинянка, помните, кричала и бежала, вот дочь моя жестоко беснуется, помилуй меня, и Господь не обращал внимания. Тут ученики говорят, отпусти, и когда она подошла, написано, припала к ногам его. Друзья мои, и дочь получила исцеление. И один из ярких примеров, который я нахожу в Слове Божьем, когда, помните, Христос там у моря проповедовал, а потом говорит, Симон, а ну-ка отплыви и закинь. Он говорит, да мы всю ночь, закинь, сделай. И написано, поймали большой улов рыбы. Но надо радоваться, надо сразу планировать, куда деть эту рыбу. А написано, Петр, припав коленом Иисуса, сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Вот, друзья мои, когда мы близко соприкасаемся с предметом нашего поклонения, когда мы от сердца это делаем, у нас открываются глаза, и мы видим величие и святость того, и свое ничтожество. Это увидел апостол Петр. Дай нам Бог это сегодня ощутить, как мы мелки перед Ним, как мы малы перед Богом, припасть пред лицом нашего Господа. Помните, когда они сидели на вечере, и там вот Христос сказал, один вот из вас предаст меня. И Петр говорит Иоанну, он там рядом где-то сидел. А ну-ка спроси. И написано, Иоанн припал к груди Господа и спросил, кто это? Друзья мои, припал и получил ответ. Получил ответ. Я хочу положить это сегодня на сердце. Вот эти дни, благословенные дни нашего предстояния, пусть сегодня у нас будет «Придите, предстанем лицу Его, поклонимся, припадем к Нему». Пусть вот эти слова наполняют наши сердца, чтобы это не было теорией, звуком пустым. Это было нашей жизнью, это проникло слово в сердце наше, и мы ощутили эту крайнюю необходимость прийти, преклониться, припасть к нашему Господу. Да благословит Он нас сегодня. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Мы желаем с участием наших детей. Мы, наверное, все понимаем, что будущее нашей церкви – это наши дети и внуки. Наверное, символично будет, если дети первыми примут участие. Пожалуйста, дети.
слушаем стихотворение на Псалмы 99 и 8, затем детское пение, квартет, и после этого стихотворение «Христос и дети». Воскресите Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что мы Его, Его народ и овцы, паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот. Аминь. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дела Твои перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то, что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его. Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Аминь.
стихотворение «Христос и дети», а затем служение хора. Детишками Христос был часто окружен, тот через кого сей грешный мир спасен. К нему младенцев матери несли со всех концов израильской земли. Тянулись руки детские к нему, не как пророку и не как царю, тянулись к свету чистые сердца, он отвечал им ласкою отца. Над ними он молитву совершал и предстоящий путь благословлял. И больше не найдется след людей, ни близких, ни родных, ни матерей. Кто б так, как он, их трепетно любил и двери в небо вечное открыл. Как дети, будьте святы и просты, бесхитростны, безгрешны и чисты. Не запрещайте им идти ко мне, к далекой обетованной стране. А запретите, все равно они придут ко мне, возьмут мои огни. И понесут, как факел в тьму скорбей, огонь любви немеркнущей моей. Да, в мире не найдется средь людей, кто б мог, как он, любить земных людей. Аминь. Thank you.
Я приветствую вас, дорогие братья, сестры, все друзья. Рад быть сегодня здесь, на этом торжестве, разделить радость общения на этом празднике освящения вашего нового дома молитвы. Это особая милость Господа, что Он дал вам силы, здоровье, дал дерзновение, средства и все необходимое для того, чтобы этот дом стал таким, каков он есть сейчас, и что вы теперь можете в нем прославлять имя, святое имя нашего Бога. Итак, я хотел бы прочитать два стиха из первого послания к Тимофею, из третьей главы, 14-15 стихи. «Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, которая есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Апостолу Павлу было очень важно, чтобы то служение, которое он совершал, имело продолжение. Это было новое становление новых церквей, поместных церквей. И очень важно было, чтобы это становление, оно было правильным, чтобы оно имело продолжение, и чтобы через это прославлялось имя Господа. И это же имеет и сегодня очень великое и важное значение. Как ведется служение, как созидается и строится Церковь Христова. И сегодня на этом празднике освящения мы говорим о том, как Господь строит Церковь Свою. Здесь написано, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Дом молитвы – это свидетельство тому, что Церковь живет и процветает. И все же Дом молитвы – это не сама цель. Дом молитвы может быть очень прекрасным, дорогим, большим, и это важно, это неотъемлемая часть сегодня в Церкви Христовой. И тем не менее, каким бы дорогим и прекрасным ни был этот дом, прежде всего ценность представляет то, чем является сама Церковь в этом Доме Божьем. Конечно, можно было бы еще порассуждать и над тем, что Дом Божий – это место, где обитает Господь. Дом Божий принадлежит Богу. И мы здесь, в Доме Божьем, имеем непосредственное отношение к Богу. Иногда, может быть, мы даже не задумываемся над тем, что здесь центр всему и всего является сам Господь. Наши мысли, может быть, где-то витают. Мы, может быть, думаем о каких-то своих проблемах и нуждах. Но вот если бы здесь стоял Христос, то, наверное, бы наши все мысли и все наше внимание было сосредоточено на Него. Что Он скажет? О чем Он говорит? Что Он делает? Таким оно должно быть. И здесь, сегодня, и на протяжении последующего времени, поскольку Господь будет продолжать еще время благодати, Он всегда будет присутствовать, потому что этот дом принадлежит
Ему. В этом доме обитает Господь. И как уже было сказано, этот дом принадлежит Господу, и тем не менее важно все же обратить внимание на то, что ценность представляет более всего сама Церковь, община Господа Иисуса Христа. Мы помним, когда Иисус выходил из храма, ученики остановили Его и говорят: «Учитель, обрати внимание, какое прекрасное здание, какие дорогие камни в этом здании!» И Господь с грустью, с печалью сказал: «Говорю вам, не останется здесь камня на камне». Может быть, это было непонятно в то время ученикам. Они думали совсем о другом. Они ожидали, что Господь Иисус скажет: «Да, действительно, это что-то великое, это что-то важное». Но Господь говорил о будущем того, что будет с этим зданием. И Он обратил их внимание на то, что само это бездушное здание, эти камни, они не представляют ценности. Ценность – то, что происходит внутри. И когда Иисус спускался с горы Елеонской и, входя в храм, Он выгнал торгующих, продающих там, меняющих деньги, и Он с печалью в сердце сказал: «Дом мой превратили в вертеп разбойников». Я не хочу это прямо перенести сюда, но не дай Бог, чтобы у нас было пренебрежение к этому дому и особенно к Церкви Христовой, чтобы мы подумали о том, что мы, как Церковь Христова, здесь являемся послами самого Бога, и люди, глядя на нас, либо придут в этот дом молитвы и будут славить Господа, либо, может быть, отвернутся и скажут: «Мы туда никогда не придем». Иногда дом молитвы для некоторых является местом встреч. Здесь можно сразу одновременно многих людей встретить, решить какие-то вопросы, обговорить какие-то проблемы, обсудить, осудить, может быть, кого-то. Но мы должны помнить, что не для этого этот дом. Это дом для того, чтобы мы сконцентрировались, как уже было сказано, на самом Господе. Он здесь присутствует. Он хочет встречи с каждым из нас без исключения. Он знает наши переживания, чаяния наших сердец. Он знает и наши радости. И Он хочет иметь с нами встречу и благословить нас. Для этого этот дом. Дом молитвы, в общем-то, должен служить Церкви. Не наоборот. И здесь есть две крайности. Иногда дом молитвы превращают в идола. Я знаю одну церковь в Германии, может быть, не одна, но мне это бросилось в глаза, я был там, и пресвитер показывал мне тоже величие этого здания. Это очень и очень большое здание, оно значительно больше, чем ваше здесь. И он говорил: «Мы стараемся сохранять его, но на уровне. Мы каждый год что-то меняем, каждый год что-то ремонтируем, что-то переделываем». Я ему задал вопрос: «А как у вас с миссионерской деятельностью?» Вы знаете, я не получил конкретного ответа. Сотни тысяч тратятся на то, чтобы там менять обои, для того, чтобы там ремонтировать, менять. Как раз, когда я там был, они поменяли всю аппаратуру. В общем, многое они делали. Но миссионерской деятельностью, к сожалению, они не занимались. И это, наверное, не совсем правильно. А с другой стороны, дом молитвы не должен быть проходным двором. Вы знаете, я здесь в одной церкви был, там в доме молитвы собираются три разные церкви. Пресвитерианская какая-то, американская, еще какая-то американская и наша русская баптистская церковь. Но дом молитвы, он выглядел очень и очень неопрятно. Где-то прям стены были изрисованы фломастерами, мне объяснили: ну, здесь собираются дети, у нас нет своей воскресной школы, где-то пол был уже не в надлежащем состоянии, скамейки были небрежные, грязные и так далее.
И когда я поговорил с пресвитером на эту тему, я говорю, это же все-таки дом молитвы. Он сказал, да, но это же не наш дом молитвы. Я не хочу на этом останавливаться, но дом молитвы принадлежит Господу. И мы действительно должны очень с трепетом, со страхом быть здесь, помня, что здесь обитает Бог. А с другой стороны, помнить, что дом молитвы должен служить к тому, чтобы Господь здесь прославлялся через свою церковь. И у церкви есть свои задачи и назначения. И первое назначение – это прославлять Бога. И вообще, то назначение, которое имеет церковь, оно совершается чаще всего в доме молитвы. Или дом молитвы, он должен служить к тому, чтобы способствовать вот исполнение этих задач церкви. И в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, 20 стихом мы читаем, «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Посему прославляйте Бога». Это первое основное значение. И когда мы говорим о прославлении Бога, то это чаще всего ассоциируется с понятием, что здесь произносятся молитвы, что здесь через песнопение славится Господь, что здесь через проповеди возвещается Евангелие. Это все правильно. Но я думаю, что не меньшее значение имеет наше отношение к Господу, наше хождение пред Богом. На это, может быть, уделяется меньшее внимание, но это очень и очень важно, потому что это основное, что мы делаем в вопросе прославления. Если наша жизнь не соответствует Божьему стандарту, библейским принципам, святости, чистоте, тогда не может быть речи о прославлении. Сколько бы здесь ни молились, сколько бы здесь ни пели, мы должны прежде всего отражать Иисуса Христа в сердцах наших. И мы знаем, насколько много Господь Иисус уделял этому значению. Он говорил о том, что мы свет, что мы соль земли. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И много есть других мест Писания, которые говорят о том, что мы должны отражать Бога жизнью в сердцах наших. Будьте святы, как свят Господь Бог ваш. И это как раз читают с наших лиц. Это читают в нашей жизни люди, окружающие нас. Это как раз сплочает нас. Это нормально, когда мы не делаем разделения. Когда общая боль – это наша общая боль. Когда через это прославляется Господь. Второе – это церковь является телом Христовым и должна созидать себя. Если церковь не созидается, то она разрушается. И хорошо, что есть Дом Божий, есть Дом молитвы, где мы можем учиться, где мы можем молиться, где мы можем слышать проповеди, где мы можем прославлять Господь через песнопение и через наше служение Богу, где участвуют дети, как сегодня, где участвуют хоры, где каждый из нас может принимать участие. И третье, и основное назначение, может быть, церкви – это евангелизировать мир. Ну, евангелизировать мир церковь может тогда, когда она едина, когда у нас есть какое-то видение, когда есть стратегия, когда мы видим этот погибающий мир, когда мы не только себя видим, свои проблемы, свои нужды, но когда мы действительно можем видеть тех, которые идут в погибель, когда это наша боль, когда люди уходят в вечность, не познав спасения. И апостол Павел говорит, я должен и еленам, и варварам, что до меня я готов благовествовать
И третье, он говорит, я не стыжусь. Несколько примеров я хотел бы на этом закончить. Иногда нам кажется, что у нас все так спокойно. И вот сейчас мы ехали, я особо обратил внимание, пока мы от Алиевых ехали сюда, ну, наверное, около 10 церквей мы встретили. И Юра говорит, и вот здесь такая-то церковь, тут такая-то церковь, чуть ли не на каждом углу церкви. Слава Богу, но есть много мест, где этих церквей нету. И наша задача – объединиться, молиться и делать все для того, чтобы Евангелие распространялось там, где оно сегодня не прославляется. Я должен. Дорогие братья и сестры, действительно ли мы болеем за погибающий мир? Действительно ли мы молимся за тех, которые сегодня еще не знают? Делаем ли что-то? Потому что каждый из нас, независимо в какой стране мы живем, мы имеем возможность что-то делать во славу Господа, для спасения людей. И вот этот дом, который сейчас построен, по милости Господа, он тоже должен служить совместно с церковью, которая здесь имеется для прославления Бога и возвещения Евангелия погибающим людям. И да благословит Господь нас совместно, как единая церковь, сделать хотя бы что-то для спасения хотя бы некоторых, как говорит апостол Павел. Богу слава за все. И да благословит Он нас и прославится через нашу жизнь. Аминь. Аминь. Чем могу воздать, мой Господь, за все, что дал Ты мне, мир и благодать, свет любви зажег при полной тьме и звуки ангельского пения не остановят моих слов. Все, чем живу, Тебе я посвящаю. Хвала Тебе, мой Бог, Тебе моя слава, хвала. Тебе лишь только, о мой Господь, вся жизнь моя на земле, мой Господь, для славы Твоей, лишь в Тебе моя слава, хвала и осанна. Love is
Стихотворение «Церковь Вселенская». Не в древних церквах белокаменных, с торжественным звоном малиновым, в веках человечеством названных, величественным твоим именем, ты в мире живая, великая, на всех континентах незримая, в народах земных многоликая и Духом Христовым водимая, как жизнью земля наливается, когда дни приходят весенние, как тело душой наполняется, так ты наполняешь вселенную, от Духа Святого рожденная, во все времена ты гонимая, Вселенская Церковь Господняя, единая и неделимая. Простым родником в почве каменной ты вечной десницей исторгнута, рекой многоводной, прославленной, могуществом Божьим исполнена, несешь свои струи спокойные и поешь все водами чистыми, и стали пустыни бесплодные садами, цветущими истины. Твое величайшее здание из душ человеческих зиждилось, живое оно в мироздании, над всем рукотворным возвысилось, находят в тебе все пришедшие покой и рабы, и правители. Была ты гонимым прибежищем и всем миротворцам обителью. Ты соль благодатью и верою, молитвенным чистым служением, хранишь нашу землю до времени, весь мир от распада и тления. Ты свет и божественной истиной, живущий во тьме озаряется, идущим стезями тернистыми, тобой в небо путь освещается. Уйдешь ты с земли восхищенная, навстречу Христу светлоликая, и к бедам земля обнаженная наполнится скорбью великою. Закроется книга заветная, сотрется в ней слово Господнее, и ночью греховной, смертельною, обнимет весь мир преисподняя. Вернешься ты, но не гонимая, в одежде святой, незапятнанной, увенчанная и единая, достойная славы распятого. Аминь. Пение с музыкальным сопровождением. Хвала тебе, о Бог святой.
Тебе благодарение, Тебе пою я.
Мир вам, братья и сестры. Очень рады вашему празднику. Я думаю, что много переживаний сейчас у братьев и вообще у членов церкви, чтобы Господь жил в этом доме. И, конечно, мы много еще хотим завтра слышать на эту тему, но мне хотелось обратить наше внимание сегодня вот на такую тему, как поклонение или прославление Господа. Почему это важно? И я хотел в основании прочитать одно место Священного Писания, которое записано в книге Псалом 21. Псалом 21, стих 4. «Ты, святой, живешь среди славословий Израиля. Ты, святой, живешь среди славословий Израиля». Позвольте мне рассказать детям одну историю сначала. Вы не против, детки? Вот у вас сейчас на сердце праздник. Был один мальчик, и ему было 9 лет, скажем, условно, его звали Ваня. Приближался день его рождения. И он так радовался, потому что, хотя они жили очень бедно, но родители всегда старались какой-то сделать подарок ему. И вот как-то, когда приближался уже день его рождения, папа спросил: «Ваня, а что бы ты хотел получить на день рождения?» Они жили очень скромно. И он видел, у своих одноклассников были хорошая одежда была, у некоторых были фотоаппараты, а у одного мальчика даже со вспышкой был фотоаппарат. И он так мечтал иметь фотоаппарат со вспышкой. И он говорит: «Папа, я бы хотел фотоаппарат со вспышкой». Папа говорит: «Ваня, ты же должен понимать, это просто нереально». «Ну, ты спросил, а я сказал». И как-то он уже ближе к дню рождения смотрит, папа с мамой куда-то уехали. Когда они вернулись, они принесли какие-то пакеты. Он был уверен, что там должен быть его подарок. И он поступил нехорошо. Когда родителей не было дома, он знал одно место, куда родители прятали то, что дети не должны видеть. У вас в доме есть такие места, дети? Туда не заглядывайте. Есть места, которые родители что-то кладут, чтобы дети это не видели. И когда родителей дома не было, он залез в шкаф туда внизу, достал пакет и увидел фотоаппарат. И вспышка. У него дыхание прямо останавливалось, так он радовался. И на другой день он в классе всем своим ученикам рассказал, мальчикам особенно, что вот ему подарят фотоаппарат со вспышкой. Один одноклассник сказал: «Да я никогда не поверю. Тебе? Твои родители? Да у вас денег нету. Ты никогда не получишь фотоаппарат». Он говорит: «Мне уже купили». Он говорит: «Я не поверю». Он говорит: «Хорошо, пойдем после школы вместе, я тебе покажу». После школы они пришли, родителей тоже не было дома. Ваня в шкаф, достал эти пакеты. Его друг смотрит: «Вот это да! О, настоящий! А вспышка есть?» «Есть!» Он достал другую коробку. Этот мальчик взял эту вспышку, повернул вдруг неосторожно, она упала на бетонный пол и разбилась в дребезги. Быстро собрали вот это стекло, все упаковали. И теперь Ваня уже не радуется, что приближается день его рождения. В день его рождения он спал дольше обычного. Обычно он быстро вставал. И уже его братишки и сестренки говорили: «Ваня, вставай, ты чё? Давай быстро». Он говорит: «Спать хочу». «Ваня, вставай! Мама уже торт поставила на стол, ждут все Ваню, а Ваня не хочет вставать». И, ну, потом все-таки он встал, родители ему достали подарок, все в коробках стоит. И его братишки младшие, сестренки говорят: «Давай посмотрим». Он: «Что смотреть? Фотоаппарат». «Ну, давай посмотрим». Говорит: «Потом, после завтрака». Ну, они позавтракали, говорят: «Ну, показывай». Он открыл одну коробку, в которой был фотоаппарат. И все так удивлялись и радовались. «А что в другой коробке?» Он говорит: «Да вспышка». Он говорит: «Покажи». У него сердце тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Он говорит: «Ну, покажи вспышку». Он говорит: «Что, вспышки не видали, что ли?» «Ну, говорит, покажи, мы хотим посмотреть».
И знаете, у него нету радости. У него день рождения. Ему подарили фотоаппарат. И ему страшно открыть эту коробку. Он боится поднять глаза, чтобы посмотреть на папу и маму, но надо открывать коробку. И вот он открывает с дрожью эту коробку, достает в бумаге завернутые, как он думал, осколки. И когда он развернул бумагу, он увидел абсолютно новую вспышку. Целую новую вспышку. Он посмотрел в сторону папы, и он все понял. Папа узнал это и купил новую вспышку. Хотя это было нелегко для родителей. И когда он был так благодарен своему папе, и когда они остались вдвоем, папа сказал: «Сынок, если в твоей жизни когда-нибудь что-нибудь разобьется, вот здесь внутри, не скрывай это, не прячь это, не мучься, скажи это Богу, чтобы в день твоего рождения у тебя был праздник, или в день, ну просто чтобы ты мог радоваться в Боге». Я думаю, детки, если вот что-то неправильно, то и праздник не праздник. Правда же? Запомните эту историю. Братья и сестры, я думаю, что иногда то, что мы называем поклонением или прославлением Господа, на самом деле не является поклонением и прославлением. Мы хотим, чтобы Бог был здесь. Писание говорит нам о том, что Он живет среди славословия Израиля, прочитали мы. И Господь любит быть среди своего народа, который славит Его, хвалит Его, поклоняется Ему. И в Библии есть очень много таких обращений. Хвалите Господа, славьте Господа, поклоняйтесь пред Господом. Что есть прославление Господа? Это есть выражение нашей признательности и выражение Его достоинства. Это очень важно понимать. Это очень важно понимать. Писание говорит нам о том, что мы все люди грешные, и у нас нету этой способности Ему поклоняться. Почему Богу так важно, почему Ему это так близко, дорого, когда люди действительно Ему поклоняются, что это не просто называется поклонение, это есть поклонение. Потому что мы читаем в Евангелии от Иоанна, апостол Иоанн пишет здесь о том, что в 16 главе мы читаем с 13 стиха, когда придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. И потом 14 стих. Он прославит меня. Когда в сердце человека есть действительно поклонение Богу, когда действительно Бог видит хвалу, которая идет из сердца человека, это говорит о том, что человек имеет в себе Духа Божия. Потому что только Дух Божий может прославить Бога. И поэтому это такая важная истина. Когда мы говорим о поклонении, о прославлении, о том, чтобы хвалить Его, для того, чтобы Он жил с нами, все это настолько взаимосвязано. Нужна святая жизнь. Потому что Дух Святой, который приходит в нашу жизнь, Он обличает о грехе. И тогда мы каемся в своем грехе. И мы получаем освобождение от чувства вины. И тогда мы понимаем значимость Его жертвы. И наша жизнь становится жизнью поклонения и прославления Его святого имени. Я думаю, что это чрезвычайно важно. И вот как раз святая жизнь – это тот голос, который слышно даже тогда, когда язык прилип к гортани. И Бог слышит эту хвалу,
когда действительно искупленные люди, прощенные, омытые кровью Его Сына, люди, в жизни которых живет Дух Святой, выражают Ему свою признательность и свою благодарность. Если мы хотим вместе с вами, чтобы Бог на самом деле здесь действовал могущественно в этом доме, чтобы здесь Он нашел еще многих людей, которых мы, может, пригласим под звуки Слова Господня. Нужно, чтобы те, которые именуются Его именем, были люди, исполненные Духа Святого. И это очень важно. Иначе мы не сможем Его прославить. Он живет среди словословий Израиля. Мы прочитали об этом. Я боюсь, что сатана очень многих людей обманул, и многие люди называют поклонением и прославлением то, что не есть на самом деле прославление. У нас есть искушение заниматься самолюбованием. У нас есть искушение себя хвалить и ожидать этой похвалы. Знаете, как служитель я часто получаю записки, где люди хотят, как они говорят, прославить Бога. Я помню, один молодой человек написал мне записку и говорит, это было на праздник Пасхи, и он говорит, я желаю прославить Господа, у меня два пения. Если оба не пропустите, я обижусь. Я думаю, мы понимаем, какой мотив был у этого молодого человека. Когда я один на один с ним потом беседовал, я говорю, а что за побудительный мотив у тебя был? Вот ты давно не пел, и сразу на одном собрании, и сразу два гимна. И сразу обидишься? Почему? Он говорит, ну Бог же достоин того, чтобы мы Ему поклонялись. И тогда я ему сказал, скажи мне, если мы сейчас выйдем из дома молитвы, и ты уйдешь в наши казацкие сопки туда, величие Бога уменьшится или нет? Он говорит, нет. Я говорю, тогда иди, спой на поле. Он говорит, ну там никого нету. Но там есть Бог. И это так важно. Это так важно понимать, что действительно мотивом, побудительный мотив к тому, чтобы вознести Ему славу, это понимание того, что Он сделал для нас. И когда наша жизнь подчинена Духу Святому, когда она под контролем Духа Святого, когда мы на самом деле есть люди, которых Дух Святой ведет по этой жизни, тогда мы выполняем свое предназначение. Вы помните, в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус в своей первосвященческой молитве, обращаясь к Отцу, сказал, «Я прославил Тебя на земле, я исполнил дело, которое Ты поручил мне». Дело, которое Отец поручил Сыну, это прославить Его на земле. Чем? Я, говорит, передал им Слово Твое. Иисус умер за грехи людей. Он выполнил волю Отца Небесного. И если, братья и сестры, мы хотим тоже на самом деле иметь эти особые благословения в Доме Божьем, если мы хотим, чтобы Дух Божий действовал здесь могущественно, мы должны понимать эту истину. Он живет среди благодарных людей. Он живет среди тех людей, которые славят Господа за Его заслуги. Люди, которые понимают, которые верят, которые ценят подвиг Господа Иисуса Христа. Я помню, это было 13 где-то, немногим больше лет назад, в нашей семье родилась дочка. И в связи с тем, что это были очень тяжелые роды, моя жена должна была в Караганде быть, и когда мы туда приезжали, там произошел резус-конфликт, это сложно все объяснять, но наша дочь была при смерти. И там делали постоянное переливание крови. И мои дети, я, мы так все переживали, что будет, будет, не будет жить и так далее. Мы много-много молились. И однажды, когда мы приехали туда с двумя дочерьми, и я беседовал с заведующим отделением, я говорю, ну как она там, ну что там?
И я смотрю, она так на меня странно смотрит. И она мне говорит: мужчина, сейчас речь идет о жизни вашей супруги. И вы знаете, я вздрогнул, я не ожидал, я думал, ну дочь, понятно, но речь идет о жизни моей супруги. Он говорит: да, она в очень тяжелом состоянии. И я увидел, как вздрогнули мои две дочери. Старшие уже они были. Это был ребенок у нас, неожиданный подарок от Господа. Мы уже не совсем были молодые тогда с женой. Я помню, когда мы ехали назад, я смотрю, они сидят на заднем сиденье и плачут. Я остановил машину, я сказал: девочки, представьте себе, что все будет нормально, мама выздоровеет, ваша сестренка тоже останется живой. И представьте себе такую картину, что она вырастет, и она будет дерзить своей матери. Она будет непослушна матери, она будет неблагодарна матери, которая вот в таких муках, страданиях ее родила. И они мне сказали: папа, это будет ужасно, если так будет. Это так не должно быть. И я сказал им: девочки мои, вы уже достаточно взрослые. И я хочу вам сказать, что каждая из вас досталась матери ценой жизни. Ваша мать умирала, болела, тяжело, в муках родила вас. И одну, и другую. И потом, я помню, мы приехали домой, собрали всю семью, сыновья, дочери, мы стали молиться. Я им снова рассказал эту картину. И тогда они, не договариваясь, взяли одну большую такую открытку. Это было между Рождеством Христовым и Новым годом. Это было 29 декабря. И они, не договариваясь, писали: «Мама, прости, мы теперь будем по-другому к тебе относиться. Мама, мы благодарим тебя за то, что ты сделала для нас». И перед новогодним вечером, когда мы собрались идти в Дом Божий, я помню, я их снова собрал, и кажется, все они были верующие уже и возрожденные, молились, члены церкви почти все были уже тогда. Я им сказал: дети, а теперь давайте подумаем, давайте посмотрим на ту цену, которая была заплачена, чтобы мы с вами имели вечную жизнь. Давайте посмотрим, и апостол Иоанн говорит: смотрите, вы просто посмотрите на ту любовь, которую дал вам Отец, чтобы вам называться и быть детьми Божьими. И знаете, мы снова стали на колени. Я помню, как сейчас эти молитвы. Это было как обновление духовное в нашей семье. И один за другим они, я вместе с ними молился и говорил: Господи, прости, мы теперь хотим по-другому к Тебе относиться. Мы благодарим Тебя за эту жертву, за эту огромную любовь, которую Ты явил нам. Братья и сестры, если у нас осознание и понимание того великого, что сделал для нас Господь, люди, которые будут приходить в этот Дом Божий, должны увидеть благодарных людей, которые оценили подвиг Сына Божьего, которые поклоняются и преклоняются перед Ним, которые славят Его, которые хвалят Его, которые любят Его. И это чрезвычайно важно. Мне так хотелось, чтобы мы себя проверили сегодня на предмет хвалы и благодарения. Я помню, невольно слышал один разговор, как в одной церкви просили одну сестру, она могла хорошо петь, чтобы она спела какой-то гимн. Она говорит: и не буду. А почему? А не тот аккомпаниатор был. И она говорит: что я буду позориться? И я так подумал, у нее другой мотив. Она хотела хорошо выглядеть. Для нее было важно, что про нее будут говорить после ее служения. У нее была завышенная самооценка. Она знала цену своих способностей и талантов. И, казалось, ее не волновало в этот момент, что Господь достоин хвалы. И когда наше сердце переполнено на самом деле этой благодарностью, то от избытка сердца будут говорить уста. И тогда нас не надо сильно мотивировать на то, чтобы молиться. Мы будем хотеть это делать. Мы будем хотеть хотя бы в одном, двух, трех словах или в двух предложениях сказать: Господь, мы так Тебе признательны, мы так Тебе благодарны. Ты изменил нашу жизнь, Ты дал нам цель и смысл. И это так важно. Я удивляюсь, сколько у нас
у людей есть способности, когда речь идет о том, чтобы оценили нашу жизнь. Это такое сильное искушение. Рассуждая об этом, я вспомнил историю из книги «Есфирь». И мы читаем там в 6 главе такое событие, что Господь ночью отнял сон у царя. И он попросил, но лежит и не спит, чтобы принесли какая-то книга у него была памятная. И чтобы его там записывали, вот это была книга дневных записей. И стали ее читать перед царем. И вдруг он там прочитал, он даже упустил это, что был человек по имени Мардохей, который сообщил, что было, должно было быть покушение на царя. И царь вдруг думает, стоп, а что сделали Мардохею? Какую честь? Чем воздали ему? А говорит, а никто, даже ему спасибо никто не сказал. Он говорит, как? Ну нет, говорит, ничего. И сказал царь, кто на дворе? И ему сказали, что, ну, Аман там. Он говорит, пригласите его сюда. И вот заходит один из близких, приближенных к царю человек Аман, князь. И царь задает ему очень интересный один вопрос. И сказал ему царь, что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своем, кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? И тут начала работать его фантазия. Потому что он думал, речь о нем будет. Он так прикинул, как он будет выглядеть. Он говорит, одеть его в царскую одежду. Посадить его на царского коня. А кто-то из первых князей царя должен взять под узду лошадь. Вывести на царскую площадь, на центральную площадь. И провозгласить пред всем народом. Так поступает царь с человеком, которого он хочет почтить царской почестью. И мы знаем финал этой истории. И царь сказал, иди это сделай Мардохею. Братья и сестры, а теперь давайте подумаем, почему у нас иногда, кажется, нету способностей. Или не хватает у нас вот этого творчества духовного. Некоторые говорят, да я не могу молиться, я не речистый, вот внутри я благодарный, а вот выразить не могу. И я думаю, что это неправильно. Я удивляюсь, как некоторые люди, которые не могут выразить свою благодарность, выражают свой гнев, когда им кто-нибудь наступил на ногу или толкнул, или еще что-то такое. Откуда речь появляется? Откуда способности говорить появляются? Мне так хотелось, чтобы сегодня, рассуждая о поклонении, рассуждая о прославлении, рассуждая о том, чтобы хвалить Бога, мы искренне, честно проверили себя. Мы не можем это делать, если, знаете, что-то разбито. Вот из этой истории, которую я хотел рассказать для детей. Когда Дух Святой, может быть, обличал нас в грехе. И знаете, на сердце нету праздника. Потому что есть что-то потаенное, спрятанное, что стыдно принести к свету. И нету радости, и нету хвалы, и нету благодарности Господу. Я хотел бы пригласить себя и всех сейчас к молитве. Я хотел бы, чтобы мы с вами, друзья, братья и сестры, вот пред лицом святого Бога, не обманули сами себя. Вот проверили, есть ли в нашем сердце благодарность. Вот на самом деле, оценили ли мы, вот, или как-то мы уже привыкли к тому, что сделал Господь на кресте Голгофском, умирая за наши грехи. Или это стало чем-то будничным таким, само собой разумеющимся. Есть ли в нашем сердце восторг? Если в нашем сердце ликование, если в нашем сердце вот этот трепет, когда мы смотрим на то, что сделал наш Господь Иисус Христос на кресте Голгофском. Мы читаем в Слове Господнем в книге Откровения о людях, которые поют Ему, помните, вот эту новую песнь. Это описано в 5 главе Откровения. 9 стих, и поют ему новую песнь, говоря, «Достоин ты
взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, и народа, и племени. Я искренне желаю, чтобы этот дом был домом, в котором Бог прославляется. Через то, что дети Божии, которые являются членами этой церкви, были теми, в которых Дух Святой живет, которые прославляют Бога, потому что Дух Святой это совершает в их жизни. И я верю, что это есть залог того, что Бог будет могущественно действовать. Еще многие люди придут к Иисусу. А сейчас мне хотелось, чтобы взяли это время. И, может быть, сразу много можно молиться. Кто-то в полголоса молится, кто-то громко. Давайте не в длинных молитвах. Может быть, дадим возможность многим помолиться в одном предложении, в двух предложениях. Давайте мы поклонимся, припадем и прославим Его. Аминь.
очи тебя. Слава Богу, братья и сестры. Вот братья наши проповедники напомнили нам о том, что дом молитвы – это место, где
мы можем набраться сил духовных. То есть, ну, своего рода, как столовая это, да. Я на протяжении от всего строительства, ну, так скажем, часто бывал здесь. И бывало, я утром приезжал сюда, когда видел, вот, надо особую благодарность сказать нашим сестрам, которые постоянно готовили для них жертвы, вот, время свое уделяли, вот, это и завтрак, и обед здесь был, да, здесь работали, у нас работала бригада строительная, да и многие братья приходили помогать, кто были, ну, свободны от работы, волонтерили, да, и слава Богу, и вот они там посидят, тепло, там чай, там пирожков там напекут им сестры, а потом выходят и идут сюда, вот, знаете, было ведь и время жаркое здесь, когда вот земляные работы проходили, пыль, вот, знаете, все это вот, удобств никаких практически не было, а зимой холодно часто вот было, ветра здесь дули и так далее. Да, вот где-то в духовном смысле мне хочется сказать, вот, и наше это предназначение таково, вот, если мы будем за стенами дома молитвы, там, где учимся, работаем, вот, трудиться, то я верю, что Господь будет сытно и вкусно нас духовно кормить вот, в стенах дома молитвы. То есть мы должны понимать, что не главное вот, то, что мы имеем действительно. Слава Богу, вот такое удобство, да, у нас есть нужда такая, детей много, классы нам нужны. То есть это как тыл своего рода. Я вот недавно был в Иерусалиме, и вот один историк, археолог, там Леонид Банчик, он показывал нам вот сынами руины храма вот времен Христа. Он говорит, посмотрите, что осталось. Там с правой стороны, вот под стеной плача, да, это времен Ирода, строительства, лежат, ну, огромные такие валуны, они поколоты, там их с высоты разбрасывали с этой храмовой горы римляне. Вот это все, что осталось от одного из семи чудес света. Есть такое, ну, серьезное для нас предупреждение, конечно, от внутреннего наше состояние, от той любви, которая была сказана, о том братстве, сыновничестве, если у нас это все будет пребывать, и мы будем исполнять Слово Божие, нас это не постигнет никогда. Мы будем едины, вот, и будем жить для славы Господа. Поэтому очень важно об этом помнить, да. Ну, благодарны Господу, что вот так прошло время, и мы теперь радуемся, действительно, что конец дела лучшего начала, вот. Слава Богу за это. Я сделаю объявление, братья и сестры. У нас, но основной праздник, или, как мы говорим, день завтра, вот это воскресенье, утром будет служение с 10 часов. В этом служении будет совершена молитва, вот, посвящение, освящение вот, нового здания, которое мы построили с вами. Да, это с 10, и вечернее будет с 5 часов. После вечернего служения у нас будет, ну, праздничный ужин для всех гостей, для членов церкви поместной, всех, кто, ну, с нами будет завтра в этом празднике. Ну, хочу сказать так, это будет тоже организовано. Там будет проходить, ну, другого вида служения, музыкальное там будет исполнение. Мы приготовили и покажем там, ну, такой короткометражный фильм вот об истории строительства. Есть он такой, да, вот посмотрите, как начиналось вот с нуля, как мы говорим, с нулевого цикла и вот то, что мы сегодня с вами имеем. Да. Есть такое объявление. Кто-то потерял на паркинге здесь два колечка такие светлые, не одно с камушком. Пожалуйста, вы можете к нашим братьям. Вот у нас Игорь есть, Попов, ответственный брат. Я думаю, где-то там оно находится. То есть вы сможете его взять назад. Теперь, кто нуждается в ночлеге сегодня? То есть, пожалуйста, у нас есть братья ответственные. Я бы попросил к концу собрания сюда пройти вам, братья, чтобы вас видели и распределили вас. Ну, мы предупреждали или объявляли, еще раз говорим, это касается больше членов поместной церкви, вот Спрингфилд. Завтра нужно приехать, ну, во-первых, раньше, как просили братья, отвечающие за парковку машин, и желательно объединиться в семьях, не каждый на своей машине приехать, то есть, ну, экономить место, чтобы имейте в виду. Значит, это у нас завтра. Вот вечернее будет, как я сказал, с 5 утром, с 10 вечернее с 5. В понедельник, вот кто остается с нами, вот, и местная вот церковь, у нас будет общение сестер. То есть, ну, так озаглавили слово пастыря сестрам, да. Ну, с участием Франц Гиргардович у нас вот Тисин с нами. Во вторник у нас будет опять служение с 7 часов. Тема «Христианская семья». То есть, бабушки, дедушки, отпустите ваших детей, вот, женатых, замужем,
семейных таких, чтобы они смогли посетить. Очень полезная такая будет тема, такое будет служение. Ну, а в среду будем живы, у нас, как обычно, будет 7 часов служения, опять с участием гостей. У нас будет на среду и Генрих Фот, брат, вот второй проповедовал, и Франц Тисин, да. Ну, а теперь вот после служения, когда мы помолимся, закончим молитву и собрание наше, у нас будет братская встреча. Вот можете по коридору пройти, выйти на улицу, вот так зайти вот в то помещение, где у нас раньше, наверное, многие знают, где мы раньше собирались. Вот в том зале будет братская встреча для братьев-служителей. Вот, ну, братский совет наш, вы должны там, братья, быть. Вот гости, служителя, рукоположные, проповедники, я вижу, с Карсенбурга, братья, с Стейкалджа, с Саракюзы. Пожалуйста, мы вас приглашаем. Посидим там, пообщаемся. Да, у нас было такое желание, и вот будет такая братская встреча. Если у вас есть приветы к нашей церкви, пожалуйста, передайте. Московские церкви приветствуют вас. Московские церкви, принимаем привет. Приветствуем, Николай Андреевич. Киргизии также сердечно передают привет. Братство с Киргизии, принимаем привет. Братство Казахстана вас приветствует. Казахстана, принимаем привет. Шарлотт, нас принимаем. Харрисонбург, Вирджиния. С Ири, принимаем привет. Бегминтон, принимаем привет. Стейкалыч, принимаем. Спокен, Вашингтон, приветствуем, брат. Принимаем привет. Церкви. Все приветы. Ну, встанем, поблагодарим. Сердечно благодарим. Просим от нас передавать. Господь наш, мы дети Твои, Церковь, благодарны за эту милость, за это право быть на этом месте. Мы верим, Господь, Ты с нами. И Ты сказал сегодня к сердцам нашим слово Твое живое. Верим, что оно прозвучало к живым. Благослови, Господи, народ Твой. Особенно просим, благослови вот и завтра это служение, стечение народа, Господи. Помоги, чтобы братья могли ответственно управиться, Господь, чтобы могли собраться вновь. Даруй и отдых, Господь, гостям нашим, братьям, сестрам, чтобы мы силами физическими, духовными смогли бы собраться и прославить Твое святое имя. Господи, мы нуждаемся в этом. Мы понимаем, что это милость Твоя, Господи, от Тебя. И Ты явил волю Твою святую в этом вопросе, по молитве церкви, народа Твоего. И мы имеем сегодня это новое здание, Господи. Как было сказано, помоги, чтобы здесь прославлялось только Твое святое имя. Мы желаем, Господь, чтобы так было. И теперь, Господь, храни нас в путях наших, благослови общение, домах ли здесь будут проходить, да прославится имя Твое святое. Мы желаем поклониться Тебе и еще раз воздать честь, славу и поклонение Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.